я в 5 классе примерно то же самое делал. Лёш, скажи, так, твой любимый наркотик? Ну это просто уже нападение в открытую. Так можно же вообще не стараться. Лёх, сейчас под чем? Да. Сейчас под стрессом, потому что я сюда пришел. Это какой-то новый мефедрон? Обычно от стресса очки надевают, все верно. Пожалуйста. Эмир просто вбросил про очки, а Гуф уже их снимает. Примитивнейшая манипуляция сработала на ура, и Гуф повелся. Пойдите еще, доносите все сразу. Ну, да не, мы на самом деле... Ты сейчас не в аптеке. Да нет, я знаю, как рэперы привыкли общаться. Алло, Алексей, ты? Да. И вот он снова позвонил мне. Гинбургер ты бахнул, да? Да он из-за Лужкова! Да я на диете! Вот кто бы говорил, всем это шоу было удобнее смотреть на Ютубе. Качаешься или просто сидишь? Вот так. Бля, просто? Чего вы там так не шутили? Почему вы там ходили с такими угрюмыми лицами? Когда да мы срать все про что говоришь вообще? Мы первый раз тебя видим. Да нам вообще хуй пойми, кто пришел вообще. Так им же не заплатили за то, чтобы они тебя за кулисами веселили. Там, где выгодно, они выкладываются. Где невыгодно, они молчат. Все как в жизни. Вареник сливали в сеть. Это не Дзюба. А, все. У него вареник у Дзюбы? Да, с творогом! Дзюба женщина? Вот и скандал! Давайте какую-то историю, а то я там... Даже его коллеги не смогли скрыть чувство стыда. Ну просто что он несет? Такое чувство, что Нурлан с Алексеем поменялись местами в этом выпуске. Подобный модный стиль, одна болванка, три микрофона, DMC, и нет... Он не знает ничего! Ну там тема! Я так же могу! Вы же туманены! Я же слышу его! Может это не Гуф? Это не Гуф, сними очки и шапку! Это правда не Гуф, я не знаю! Да как он должен выглядеть? Самозванец! Да Ерушин это ты? Опять! От чего это зависит, Олег? Это зависит от... От химического состава крови, правильно? Не от количества, да нет. Если приводить меня к наркотикам, окей, я там употреблял, может, я покуриваю травку. Что, нельзя к этому? Конечно, это все зло, это плохо. Вот он, Олег, окей, просыпается. Вы спросите у всех. Гуф же тоже не железный. Если очень долго толпой бить в одну точку, то как бы человек ни старался и не сдерживался, рано или поздно он немножко вспыхнет. А тут еще и психологически трудно. Вот сами представьте. Вы пришли первый раз на шоу, где на вас ежесекундно оказывают психологическое давление 5 относительно опытных и подготовленных комиков. Я думаю, вывести одному против них это очень трудная задача. Честно говоря, я не знаю, что еще тут можно добавить. Это просто какая-то болтовня пьяных школьников на кухне. Следующий разбор с Ерушиным будет через 2 дня. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, делитесь вашим мнением. Как вам в целом выпуск шоу? А я благодарю вас за внимание и до встречи.